Здравствуйте, меня зовут Виталия Климанская. Я хотела бы оставить отзыв на кровать, которую я купила на сайте Мепхом. Гранада, называется модель. Мне она приглянулась сразу, потому что я пока увидела только преимущества в этой кровати, недостатков пока я не заметила. Во-первых, кровать выглядит очень легкой и воздушной. Комната детская, маленькая. То есть она не загромождает пространство. Она отлично впишется в любой интерьер, потому что цвет вот такой универсальный. Вот, пожалуйста, с другого ракурса наша кроватка любимая. А еще мне очень нравится, что вообще нет никаких деревянных вставок, то есть вот здесь вот наверху спокойно все проветривается, то есть ребенок спит наверху, может спокойно дышать, от этого не жарко, как обычно это все происходит на других двухъярусных кроватях. Вот так вот кровать выглядит снизу, второй ярус. Почему хочу вам это показать? Потому что не все могут залезть на второй этаж, чтобы заправить постель. А так как здесь внизу находится вот такая вот конструкция, решетка, да, металлические опоры, очень легко здесь снизу вот подтянуть простынку и заправить. Да даже если вы залезете наверх, кровать спокойно выдерживает и мой вес, выдерживает до 150 килограмм спокойно. Ну, еще хотелось бы сказать о вот этом ящике выдвижном. Он просто огромный, очень вместительный, находится, двигается вот на таких колесиках. Очень прочный, удобный. Туда можно и постельное, и все ненужное сложить. Вот так вот он выглядит в сложном виде. То есть он заподлицо с кроватью, не выступает, ручки прозрачные, не выделяются особо. В общем, мы очень довольны нашей покупкой. Спасибо магазину Мебель Хоум.